Всем привет! И вы на канале «Отдых, досуг, путешествия». И с вами, как обычно, Олег и Валя. И мы находимся сейчас в Мармарисе, Турция, отель «Ideal Prime Beach». Друзья, «Ideal Prime Beach», который обошелся нам 750 евро. 9 ночей на двоих. Друзья, сегодня мы покажем вам, чем кормят в «Ideal Prime Beach». 5 звезд, ультра, все включено на завтраки. Да, давайте посмотрим банальный завтрак в отеле. Погнали. Друзья, еще раз привет. Мы уже в лифте. Мы живем на 6 этаже. И здесь вот такой музыкальный лифт. Едем в музыкальном лифте на завтрак. Всем доброе утро. Валя снимает Инстаграм. Итак, за мной находится основной ресторан, где у нас происходит завтрак, обед и ужин. Войти в него можно, кстати, с трех разных сторон. Но нам удобнее сюда. И также можно воспользоваться столиками в снэк-баре. Ну, давайте сходим на завтрак. Итак, основной ресторан с довольно большим количеством столов и стульев. Но, к сожалению, не на каждом столе вас обслужат и не везде можно сидеть. Также можно самому взять напитки, вода и соки. Кстати, напитки находятся в трех разных локациях. И здесь у нас, так как уже конец завтрака, очередей уже нет. Подходим, заказываем сыры, колбаску, и вам вот так вот накладывают. Здесь же рядом у нас овощи, оливки. Да, hello. Персонал в перчатках, в масках, в очках защитных и на рукавниках. Дальше у нас идет три локации с едой. Становимся в очередь, держим дистанцию и только потом проходим. Здесь у нас вот такой вот омлет. Но, честно говоря, это скрамбл. Есть фасолька. Вареные яйца. Сосиски, которые я никогда не беру, они мне вообще не нравятся. Картошка на завтрак. Ну, может быть. Есть вот такие вот подсказочки, но, к сожалению, здесь на русском языке ничего не написано. Взяли мы картошку. Ну и, наверное, сейчас возьмем бельгийские вафли. Они почему-то находятся в локации с картошкой и яйцами. Помидорки с сыром. Ну а здесь просто жареные яйца. И, ребята, как заманчиво выглядит глазунья, но вам ее не дают. Смотри, а можно глазунь? Яйцо всегда жарят с двух сторон. Но мы сейчас попытаемся. Неужели мы на 6-й день нашего отдыха возьмем себе глазунью? Но не дают. Да. О, еще минута. Да, мне тоже. Не, с одной стороны. Нет, не дают с одной стороны жареные яйца. Печалька, ребята, не дают. Ту. Ну как, почему? Что может быть опасного в неперевернутом прожаренном яйце? Смотри, вот это профитроли, да? Ну идемте снимать дальше. Везде плакаты. Вы должны находиться в маске и держать дистанцию. Вот такие ограждения стоят. И локация номер два у нас с булочками, круассанами. Ну, считайте, это сладкий стол на завтрак. Я на улице. Хорошо. Булочки такие. В общем, это, по-моему, даже колбаса внутри просматривается. Бублики. Очень вкусные бублики с кунжутом. Ну и круассанчики. Круассанчики внутри, ребята, пустые. Здесь у нас сэндвичи с сыром, вижу, жареные на гриле. И сэндвичи из тостового хлеба с сыром.
Ну и как видим, следующая локация у нас повторяется. Есть скрамбл, бобовые. Но чтобы туда попасть, нам надо выйти из предыдущей локации и зайти в следующую. Я немножко обойду, чтобы убедиться, действительно ли здесь все то же самое. Да, ребята, картошка, бельгийские вафли, помидоры, жареные яйца. А вон там вот, видите, жарят вафли. Кухня полуоткрытая, поэтому мы можем наблюдать и персонал, и как они готовят. А еще есть локация с супом. Да-да, ребятки, на завтрак в отеле подают суп. Я вам хочу сказать, он очень даже вкусный. Но нам придется постоять немножко в очереди, чтобы хотя бы увидеть, какой суп сегодня на завтрак. И вот у нас локация с напитками. Это основная локация на завтраке, так как здесь можно взять и кофе, и воду, и соки, и чай. Точно так же становимся в очередь. Руками ничего не трогаем, персонал сам вам наливает. То есть даже воду вы взять сами не можете. Как видим, зал уже наполовину пустой, так как уже конец завтрака. Зато мне легко вам поснимать все и без очередей. И в самом конце зала у нас всегда фрукты. Вот там стоят запасные варианты в холодильнике. И у нас сегодня апельсинка, бывает грейпфрут, всегда есть арбуз, всегда есть дыня и вот такой вот салатик. Hello. Доброе. Там у нас йогурты, ну и разные начинки для них. Подходите, я не буду. Разворачиваемся. И здесь у нас горячее молоко. Потому что у нас сухие завтраки здесь. Хлопья разных вкусов. Геркулес, кстати. То есть овсянка. Ну и разные масла, вареньки, мед и тому подобное. Точно так же заказываем. И вам это отдают непосредственно в руки. Hello. Вот так вот берем арбузик, ну и ищем столик, где можно присесть. Давайте пойдем через улицу, и я вам покажу летнюю площадку и очередную станцию с напитками, где можно взять их. И там очередь гораздо меньше, ребята. Проходим через весь зал. Смотрите, какой он огромный. И выходим на летнюю площадку. Здесь накрытие. Зонтики, поэтому очень комфортненько. И вот справа видите очередь. Здесь также можно взять напитки. Но опять же стоит официант и вас обслуживает. Так, ну а мы будем искать, где же мы сегодня присели. О. Доброе утро. Так, где же наш стол? Похоже на вот этот. Вроде мы такое брали. И наш столик с вот таким вот прекрасным видом на бассейн, рыжего кота и корпуса отеля. Очень много персонала в ресторане. И на завтрак, и на обед, и на ужин. Если, конечно же, вы оставите официанту чай, то он будет вам приносить все сам. Я имею в виду хотя бы напитки. Мы уже берем супчик и идем завтракать. И смотрите, повторю вам очередной лайфхак. Если там стоит персонал, официанты, я имею в виду, которые вам наливают напитки, то здесь хотя бы водичку вы можете взять сами. Кстати, в связи с короной поставили вот такие вот автоматы, где вы не дотрагиваетесь, смотрите, а водичка наливается сама. Класс! Итак, ребята, что же мы взяли в отеле на завтрак? Не судите строго. Взяли немножко больше, чем съедаем, так как не хотим потом повторно опять стоять в очередях. Да и уже время на подходе, завтрак заканчивается, поэтому можно остаться голодным.
Ну и давайте посмотрим. Честно говоря, первый раз на завтрак в отеле я вижу суп. Приборы приносят уже вам прямо за столик. И вот такие вот есть влажные салфетки. Дезинфекция. Суп острый, реально острый. На завтрак суп я такой не ем. Так, а ты видел, там есть очень и фасоль, и грибы тоже острые. Блин, концепция прикольная. Он очень острый суп. Ну, сейчас попробуем. Кстати, я сейчас попробую. Взяли мы яйца жареные. Я вам уже показывала. Хотели глазунью, просили, выпрашивали. Нет, ни в коем случае. Только жареные с двух сторон. Ну, а что еще кушать, если нет нормального ни сосисок, ни колбасы? Поэтому мы едим картошку. Картошка и трубочки какие-то с сыром у нас. Фета, конечно же. Я всегда беру все равно пару кусочков их колбаски. Вот эта светленькая более-менее неплохая. У нас овощи, маслины. Сыры вот такие. Сырки, да, всегда берем вот такие плавленые. У нас бельгийские вафли в отеле подают. Один день на завтрак. А, да. Через день. Один день бельгийские вафли, а второй день панкейки. Да, тоже неплохо. Чаюк. Кофе в отеле, честно я вам скажу, именно вот с вот этих вот автоматов не очень. Кофе мы ходим пить на рецепции, там кофе отменный. Поэтому мы всегда себе берем чай. Водичка, ну и арбуз, конечно. Куда же без фруктов? Ну что, кушаем и расскажем, как оно по вкусу, и потом расскажем, чем отличается приблизительно завтраки. Ультра все включено в Турции, от, допустим, египетских. А еще, я, честно говоря, точно не помню, подают ли в Турции фалафель, или это только египетское блюдо? Фалафель я не видел здесь ни разу. Друзья, особенность, не забывайте, кто будет ехать, особенность завтраков, обедов, ужинов во время ковида, это запечатанные вилки, ложки. И в столовую, в ресторан общие не пускают без масок. Да, вам даже не нальют воды или чая. Ну, смотрите, а нам? Смотрите, на столе еще вот такие большие салфетки. Они именно спиртовые, очень сильно. Они работают как дезинфектор. То есть, я так понимаю, зачищают всех микробов. Ну, а нам приятного аппетита. Итак, друзья, мы позавтракали. Можем сказать одно, что в принципе завтраки кардинально ничем не отличаются от других турецких отелей. Там мы были в четверке в прошлом году в Алании. От египетских пятерок в принципе не отличается ничем. Единственное, что в Египте дают фалафель. Нам это нравится, а здесь фалафеля, ну, естественно, нет. Ну и, конечно же, большой минус – это не дают глазунью. Категорически просто нет и все. Переворачивают яйцо и жарят на второй стороне. Я такого не люблю. Так что, друзья, вот такой вот у нас на Ultra All Inclusive завтрачек был. Ну, а мы сейчас пойдем на море, купаться, загорать и дальше снимать для вас видосики. Друзья, прожимаем лайки, подписываемся на канал, не забываем подписаться на наш Instagram. И вы были на канале «Отдых, досуг, путешествия». И всем пока!